Говорят, что наглость – второе счастье, и это именно тот случай. На камерах наблюдения один из покупателей, он же подозреваемый, находясь у стеллажа с шампунями одного известного бренда, мужчина по-хозяйски суетливо складывает их в пакет, после чего спокойно проходит мимо кассы, даже не думая оплачивать товар. Выбежавшим вслед за ним сотрудникам магазина удалось лишь рассмотреть автомобиль, на котором скрылся злоумышленник. Нам поступила информация о совершенной краже в одном из сетевых магазинов. Личность злоумышленника была установлена и транспортное средство, которым он скрылся. Были приняты меры к задержанию данного злоумышленника на территории Кировского района совместно с сотрудниками госавтоинспекции. Данный гражданин был задержан, похищен и был изъят. В пакете, который был у злоумышленника, находилось 14 флаконов шампуня. Как и оказалось, задержанный специализировался на кражах из сетевых магазинов. И его характерный стиль запечатлели камеры наблюдения как минимум в 4 торговых объектах. Так, на этой записи в торговом павильоне в Ленинском районе мужчина набрал в пакет несколько банок с растворимым кофе, а в буквальном смысле опустошив стеллаж. Сам ранее неоднократно судимый подозреваемый пояснил, что все похищенное он перепродавал с хорошей скидкой всем, кто не задавал ему лишних вопросов. На данный момент злоумышленник подозревается в совершении 4 краж в Волжском, Ленинском и Заводском районах. Однако у полицейских есть все основания полагать, что эпизод криминального шопинга рецидивиста будет значительно больше. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.